1945 році Олександр Довженко пише у своєму щоденнику. Був на параді перемоги. Жуков виголосив промову. Згадав загиблих. 30 чи 40 мільйонів. Але не зробив паузу. Ніхто, крім мене, не зняв шапки. І не стала перед їхньою пам'яттю площа на коліна. 10 мільйонів синів і доньок втратила Україна. 700 міст знищено. Спалено і зруйновано 28 тисяч сіл. 6 мільйонів українців воювали у лавах радянської армії. 100 тисяч у лавах української повстанської армії. 250 тисяч у лавах армій союзників. Спільна перемога над нацизмом була б немислимою без подвигу українців. У 1945 році Україна стає співзасновницею ООН на підтвердження великої жертви і великого внеску нашого народу у спільну перемогу. У Другій світовій війні перемогла велика і незламна людська гідність. Пам'ятаємо, перемагаємо. 8-9 травня в Україні відзначаються на державному рівні. 8 травня – День пам'яті та примирення. 9 травня – День великої перемоги. 8 травня о 12 годині на Алеї Слави відбудеться молитва пам'яті, яку ініціювали Одеська обласна державна адміністрація та Український клуб Одеси. Я процитую. Ми долучаємося до загальноєвропейської традиції вшанування пам'яті про загиблих воїнів, жертв війни, воєнних злочинів та депортацій спільною молитвою представників різних конфесійних напрямків. Нагадаю, це дійство пам'яті відбудеться 8 травня о 12 годині на Алеї Слави. 737-73-10, телефон прямого ефіра в этой студії. Ми говоримо об Одесі время окупації. И я постараюсь максимально предоставить слово нашему гостю, моему хорошему другу Александру Бабичу, историку. И начну, наверное, с не совсем точной цитаты, но тем не менее, Саш, добрый вечер. Добрый. Она, как утверждает, опять-таки, история не столь отдаленная, а сугубо одесская, и гласит о том, что кто при румынах хорошо жил, тот и сейчас хорошо живет. Насколько имеет историческую ценность? Ну, это, конечно... Это высказывание, действительно ли оно имеет какую-то такое историческое підґрунтя? Еще раз здравствуйте. Если говорить, кто хорошо жил при румынах, живет сейчас хорошо, то это не может быть так, потому что просто этих людей фактически не осталось. Тех, кто жил при румынах, да, ну, из тех, кто жив сейчас, тогда они были просто детьми. Что касается, насколько хорошо жилось при румынах, ну, скажем так, действительно, 42-43 год в Одессе – это достаточно, ну, скажем так, уютные года для города. Когда прошла череда первых репрессий, прошли румыны, да, жестко там зачистили, тотально зачистили еврейское, цыганское население города, было подавлено все сопротивление 41-42 года, оставшиеся диверсионно-партизанские отряды. Город входит в достаточно спокойный ритм. Так получилось, что в Одессе, правда, ну, в какой-то мере так повезло, если можно говорить вообще, да, применимо слово к слову оккупация, слово везение. Румыны относятся к Бессарабии, ой, к Транснистрии, да, вот столице, которая станет Одесса, как территории, которую они введут со временем к себе в состав Великой Румынии. Городом управляют не румыны даже чистые, да, управляют бессарабцы. Герман Пынтия, мэр, городской голова, профессор Алексиану, да, генерал-губернатор Транснистрии, они пытаются выстроить здесь, ну, достаточно такую, ну, скажем, адекватную власть и пытаются как-то расположить к себе местное население. Фактически мы можем говорить о неком таком нью-непе в Одессе, учитывая, что горожане все-таки всегда были предрасположены к коммерции, к хорошему, да, к развитию собственного бизнеса. Румыны создают все необходимые для этого условия. Они дают кредиты, они дают возможность открывать какие-то там лавки, бодеги, торговать на базаре, учитывая, что эти лавки, там какие-то мелкие производства начинают производить промышленные товары, сюда с радостью приезжают крестьяне менять произведенные у себя в селе
на вот эти товары. Базары одесские действительно летом 42-го и летом 43-го они ломились от овощей, от мяса, от хорошей брынзы. Ну, я вам скажу, приведу такой пример. Один из журналистов, который он из наших белоэмигрантов, он оказывается в составе редакции одной нацистской газеты, и это ему дает возможность путешествовать по всей оккупированной территории. Естественно, в первую очередь он едет по территории, оккупированной немецкими войсками, а потом он оказывается, значит, и в Одессе. И вот он просто с придыхом каким-то пишет, после войны уже в Аргентине будучи, он там пишет свою книгу, он говорит, я сел в очень комфортный мягкий автобус в Николаеве, он меня привез в Одессу, я вышел на вокзале, сел на хорошего извозчика, и когда я стал ехать по городу, первое, что меня поразило, это клумбы с цветами. Я расшифрую, он его словами, везде, где я ездил, в городской черте не было ни одной клумбы, где не росла бы там картошка, помидоры или что-нибудь съестное. Только в Одессе клумбы были засажены цветами. То есть люди не нуждались в том, чтобы тут высадить какой-то такой показательный факт. Работает театр, работает университет. Немцы присылали сюда своих солдат на оздоровление, на отъезд. Вместо того, чтобы там лакать там эрзац кофе или какую-то непонятную тушенку, они здесь ели хорошие колбасы. Более того, поразительный факт, но немцы здесь закупали колбасу, чтобы отправлять ее в Рейх, себе, к своим родственникам. Из Одессы уходила в Германию колбаса от немецких солдат. Румынская оккупация, немцы сюда приезжают, да, скорее, как вот такие присланные. И, в общем-то, действительно, в городе вот эти два года фактически спокойная, нормальная власть. Ну, когда входят румыны, все равно находится достаточно большая часть населения города, которая сохраняет, ну, назовем это нейтралитет. Она не симпатизирует совершенно советской власти, и при этом она готова там с хлебом солью была встречать румын, как освободителей от злых и дурноватых большевиков. Встречали хлебом солью. Было. Саша, вы понимаете, что такая информация, и она сегодня в этой студии звучит не впервые, вы об этом говорили и чуть раньше, не только вы, она, ну, отчасти, я буду позволять себе такие более-менее корректные оценки, отчасти ломает те стереотипы и тот взгляд на историю, к которому мы привыкли. Вам не страшно давать именно такую оценку? И насколько вот ваша точка зрения, вернее, ваш рассказ сегодня и научно аргументирован? Ну, аргументацию найти несложно, да, точнее, факты найти достаточно несложно. Во-первых, сохранился огромный пласт архивных документов периода румынской оккупации в нашем областном архиве, в Центральном архиве службы безопасности Украины в Киеве. Я с этими документами работал. Я ни в коем случае не говорю, что как классно было при румынах. Надо помнить, что румыны уничтожили 100 тысяч еврейского населения в городе Одессе. Первых две недели, особенно после того взрыва на Энгельса, да, когда наши взорвали заранее заложенный этот большущий заряд и уничтожили 136 румынских немецких солдат-офицеров в здании бывшего НКВД, которые превратили в свою комендатуру и штаб дивизии, после этого в пороховых складах сожжено заживо было 23 тысячи одесситов. В основном это были бессарабские евреи, одесские евреи и все военнопленные, которые оказались наши в городе. Это пороховые склады на Толбухина. Да, который... это на площади Толбухина. Страшная акция сразу после взрыва, когда было повешено на Александровском проспекте, Куликовом поле и привозе 5000 человек. Да, и две недели румыны их не давали снимать. Потом жуткие события, когда были созданы гетто, да, гетто на Слободке, несколько небольших гетто в городе, и потом румыны просто для того, чтобы не, ну, назовем это, не нервировать местное население, да, не шокировать его своим поведением, они начнут евреев просто уводить из города, да, и уже массовое уничтожение одесских евреев произойдет в Богдановке, Доманевке, Акмечетке, на севере тогда области. Этого никак нельзя забывать. Никак нельзя забывать, что в городе было партизанское сопротивление. Кстати, партизанское движение, когда архивы открываются и продолжают открываться дальше, обрастает и мифами, и легендами. Это было в советское время. Сегодня историки пытаются на основе, опять-таки, архивных документов показать, что это было вот так или иначе. Что-то новое вообще удалось узнать за эти годы по сопротивлению?
Ну, сейчас, да, вот мы ждем с нетерпением открытия, уже, да, есть принятый закон об открытии архивов службы безопасности Украины, там наверняка появится много новых фактов, потому что мне до сих пор, например, не дают в работу уголовные дела по предателям, которые нашими были расстреляны в 44-45 году, это те, кто предали свои партизанские отряды. Если эти материалы получу в работу, конечно же, появится сразу огромный пласт новой информации. Из того, что есть, нам известно, да, что все отряды, которые оставались в городе в 41 году, они были сформированы, как и велено было, партией или по линии обкома партии, потому что партийные органы занимались организацией сопротивления в 41 году, или по линии органов НКВД. И все эти отряды, ну, по большому счету, мы можем говорить, что в городе было оставлено 4 диверсионные группы. И эти 4 диверсионные группы суммарно, ну, 70 человек, ушедших под землю в разных местах, всего-то ничего. То есть самый большой отряд — это отряд Молодцова-Бадаева, который мы хорошо знаем. Подземная часть отряда изначально — это 29 человек всего в Нерубайских катакомбах. Ну, еще порядка там 70-80 человек, это включая законсервированных агентов, они составляли наземную часть. Еще диверсионная разведывательная группа Кузнецова-Калошина, которые ушли в катакомбы Молдаванки. Это полностью все офицеры НКВД. И, оказавшись заблокированными, они были преданы своей связной, которая находилась наверху. Они просто перестреляют друг друга под землей. Очень страшная, жуткая история. В течение там, где-то 9-10 месяцев этот отряд сам себя ликвидировал, находясь в подземелье. Еще одна группа, Солдатенко, там всего 13 человек изначально было, они были в катакомбе на Дальницкой, 45/47, вот прямо под фабрикой химчистки, кто помнит, на Иваново, а действительно наверняка еще помнят. Вот этот отряд вообще румынами был обвинен в каннибализме, и 6 бойцов этого отряда были расстреляны за людоедство. Но это факты подтвержденные, или это все-таки работала румынская пропаганда? Нет, там замечательно сработала румынская пропаганда, насколько можно восторгаться вообще румынской пропагандой. Там была и газетная статья по этому поводу с фотографиями, и я держал в руках толстенный фотоальбом с фотографиями внизу, и когда мы очень долго посидели над этими фотографиями, сравнили это с археологической картинкой, когда их останки нашли уже в 67 году, сопоставили это все, то мы пришли к мысли, что, скорее всего, все-таки это была румынская фальшивка, великолепно сделанная, то есть вплоть до того, что там были сфотографированы фляги с натопленным человеческим жиром, там человеческие останки со срезанной плотью, это все в очень хорошем, как теперь бы сказали, разрешении фотографии. Скорее всего, это все-таки была румынская фальшивка с целью отвратить население от поддержки партизанских отрядов. Все-таки, если говорить об эффективности сопротивления, а насколько оно было значимым, потому что то, что сказали вы, ну, я прекрасно понимаю, что большого эффекта таких диверсионных групп, ну, попросту не могло бы. Ну, и поддержка населения, она была вообще или нет? Это только так, частично, локально. Сереж, ты же человек военный, ты понимаешь замечательно, каким образом можно, да, там, продемонстрировать эффективность. Если мы говорим о группе Молодцова, то они всего 3 взорвали железнодорожное полотно. Один раз впустую, и там у минера, в прямом смысле, с пьяну, раньше времени дрогнула рука. А 2 эшелона были достаточно качественно взорваны. Это румынская боевая часть, когда погибло около 300 солдат и офицеров. И вторая — это литерный поезд, который вез сюда там, румынскую администрацию, оценщиков культурных ценностей. 3 эшелона. Вроде бы совсем ничего. Да? Но если мы возьмем некие другие способы оценки деятельности, вот я повторюсь, под землю спустилось суммарно, ну, около 70 человек. Румыны, не зная истинного положения вещей, наша разведка тоже работала здорово, и было подано румынам таким образом, что там чуть ли не полк или дивизия спустилась вниз, да, и даже румыны какое-то время считали, что Приморская армия не могла уйти морем, она спустилась в катакомбы. Так вот, румыны вынуждены были всю оккупацию в Одессе держать 10-ю дивизию. Это 14 тысяч человек, да где-то, да, штатная численность. Получается, что на одного партизана, сидящего под землей, приходилось 200 румын, сидящих наверху. Такого КПД на фронте достичь невозможно, как вы понимаете. И румыны, ну, может быть, эта дивизия, да, сыграла бы решающую роль там, под Сталинградом. Или, может быть, под Москвой немцы бы перекинули. Это как Гударян кричал, дайте мне один батальон, я окружу Москву, да,
Паулюс просил еще одну роту, я сброшу русских в Волгу. Я проведу такую не историческую, хотя историческую параллель, когда министр обороны Российской Федерации Грачев кричал: «Дайте мне один батальон десанта, и я возьму Чечню». Да? Ну, да. Как-то вот так напрашиваются такие параллели. Нет, были четкие даже цитаты у командира вермахта, которые вот так же, да, просили. А здесь целая дивизия греется на солнце, да, или, ну, занимается, по крайней мере, блокадой наших катакомб, пытаясь полностью зажать. Когда менялась ситуация на фронте, о чем говорят архивные документы? Как чувствовали себя здесь уже оккупанты и как чувствовало себя одесское население? Потому что, насколько я понимаю, это понятно, часть из граждан Одессы собирались с румынами и немцами уходить на Запад. Ну и ушла часть, прям скажем. Потому что, ну, условно говоря, вот мы всю оккупацию и там сопротивление можем поделить на несколько этапов. Если говорить о партизанских отрядах, вот всех, кого оставили в 1941 году в городе, да, диверсионные группы, они все были ликвидированы где-то к лету 1942 года. Да, у нас не остается уже сопротивления. Дальше, пока немцы наступают, ну представьте, там немцы под Сталинградом. Ну какой человек в здравом уме и трезвом рассудке начнет здесь организовывать сопротивление или всерьез там предпринимать какие-то действия, когда фактически народ был уверен, что война уже проиграна. Тем более румынская пропаганда работала очень классно. В румынских газетах в сводках было написано, что идут уличные бои в Москве. А о том, что взят Севастополь, они сообщили еще 25 октября 1941 года. Севастополь продержится после этого 8 месяцев. То есть там тоже работала здорово пропаганда. И а население-то лишено было информации. Приемники были собраны нашими еще в июле 1941. Они все были складированы в нынешнем вот музее флота. И поэтому население, конечно же, верило этим печатным румынским изданиям. Около 10 штук выходило тогда в Румынии, в Одессе русскоязычных изданий разных. И они хорошо, в общем, тоже били по мозгам. Так вот, вот к лету 42-го, условно говоря, сопротивления уже нет. Есть немножко какие-то маленькие группки, которые потом уже их распиарят, да, как теперь говорят, якобы они там что-то держались о чем-то там. Ну, они слушали сводку с фронта правдивую, иногда писали какие-то листовки. Но их, правда, можно пересчитать там на пальцах. И они сидели на кухне, вот так вот что-то там. Наши вернутся, конечно же, наши победят. В 42-43 фактически сопротивления нет. Только в конце 43-го года, когда идет форсирование Днепра, естественно, сюда уже доносятся, да, какая-то информация о том, что наша армия наступает, что выиграно сражение под Курском. Вот тогда уже начинается активизация партизанского движения. Действительно, в прямом смысле, куча народу задумается, понимая, да, что такое советская страна и какие вопросы будут задаваться всем, кто остался под оккупацией. Вот тогда начинается создание больших новых отрядов. Сюда целенаправленно было заброшено несколько крутых диверсионных групп, которые начинают создавать, да, такую новую резидентуру. И вот тогда уже речь идет, смотрите, если в 1941 году речь идет о нескольких десятках людей в отрядах, то в катакомбы Молдаванки там, или на Слободке в 1944 году спускалось по 500, по 800 человек в отрядах. Это и женщины, и дети, и даже козы, куры и коровы. Уводятся. Опять-таки, если мы говорим об эффективности, ты правильно говоришь и абсолютно это аргументировано, что там один подпольщик, да, сдерживал условно там 200 румынских солдат. Вот в 44-м году вот эти сотни уже спускающихся, в том числе и домашний скот, они сколько человек сдерживали? Они не сдерживают или никого, потому что идет совершенно... Да, основная мотивация, естественно, женщин, детей, мужики-то забирают свои семьи за собой, понимают, что сейчас же тут уже кто-то стуканет. Их за 2,5 года оккупации здорово приучили к тому, что стучат все в городе. Да. И вот это предательство, оно приобретало массовый характер, к сожалению, в городе. Они вооружаются. Они, вот я уже говорю, да, об активной боевой части таких отрядов. Они, конечно же, наносят урон врагу, да, известно несколько хороших боевых операций, проведенных нашими партизанами. Например, там на Слободке в 11-й ГКБ был уничтожен большой-большой пост полицейских, было нападение там на колонну немецкую. Но тут вот еще важно, партизаны спасают город от уничтожения.
Именно партизанами были перерезаны основные провода, которые вели к фугасам, и было спасено очень много зданий в городе. Там в порту достаточно много спасено, ну, не знаю, там ЖД вокзал был взорван, главпочтам был взорван, это румыны успели сделать. То есть вот это очень важно. Партизаны делают очень много для того, чтобы румыны не могли вывести, например, часть оборудования заводов, румыны не могли вывести часть материальных ценностей. Потом важно было, в принципе, да, румыны не должны были спокойно чувствовать, когда на них наступает Красная Армия. Они должны были бы ощущать, что в тылу у них есть еще и какое-то вот сопротивление, значит, не так свободно они могли действовать в этом случае. Хотя, опять же, за две недели город переходит под власть немцев. И немцы очень жестко обходятся уже с местным населением. Но вот этот период, он действительно, и по рассказам тех, кто остался жив, кто вышел из оккупации, они говорили о том, что это действительно был тоже еще очередной черный период. Уже да, немцы зачищают тюрьму и расстреливают очень много тех, кого румыны, в общем-то, не пощадили. Они просто... Вот в Транснистрии были 40. Партизан получал 5 лет. 10 лет, 25 лет, либо пожизненную каторгу. И румыны всерьез рассчитывали перевоспитывать партизан. И если адвокат хорошо работал у партизана, да, вот странно звучит, адвокат партизана, но если адвокат хорошо работал и мог, например, убедить румынский суд, потому что был и суд, и прокурор, в общем, абсолютно был нормальный законодательный процесс в Транснистрии, ну, относительно нормальный, я не могу говорить совсем, тогда партизан мог, ну, тут вот интересная штука. К партизанам же румыны относились исключительно как к бандитам или террористам. И в румынской терминологии, в румынских приказах вы нигде не встретите слово «партизан». Да. Бандит-террорист. То есть фактически так мы относимся, условно говоря, к тем людям, которые сейчас там черти что устроили нам на востоке страны, да, или там отхватили Крым, ну или так россияне относились, например, к чеченцам. Да, найдите где-нибудь про чеченца там периода Первой чеченской войны слово «партизан чеченский». Да нигде. Или ополчение. Это будет боевик или будет террорист исключительно. И дальше оценивается румынами оценивалась степень вины человека, насколько он участвовал в боевых действиях. Если на нем есть кровь румынских солдат, естественно, скорее всего, будет смертный приговор. Если он просто там, ну, содержанка конспиративной квартиры, у нее нашли там, ну, листовку какую-то. И все. Ну, значит, ей там получи 5 лет. Вот. Или там передавала харчи в катакомбы. Ну, на тебе 10 лет и сиди. И они сидели в наших тюрьмах, да, и румыны, в общем, какую-то часть людей выпускают перед тем, как зашли немцы. Немцы же, они тотально фактически расстреливают всех, они поднимали эти же уголовные дела, если видели, что это в какой-то мере, да, несет угрозу для них, для их власти. Это потому, что уже появилась озлобленность после неудач на фронте. Они, да, тут как раз здорово меняется отношение. Если немцы становятся еще злее, то румыны, наоборот, уже начинают смотреть на перспективу. Они понимают, что, в общем-то, тут за Днестром, да, уже их страна, а когда потом прошла Яско-Кишиневская операция, да, то вообще румыны поднимут лапки вверх, король Михай начнет дружить со Сталиным резко и получит Орден Победы. Орден Победы, да. Вот. Поэтому румыны уже где-то вот это... Саша, скажи, пожалуйста, а есть ли факты того, вот, раз мы говорим о румынах, уже период такой финальный, да, о том, что они переходили на сторону советских партизан или вливались в регулярные части непосредственно в Одессе, в Одесской области и воевали с теми же немцами? Честно, если мы хорошо знаем историю словацкого партизанского отряда, да, словаки-то тоже, да, они также воевали, как и румыны, будучи союзниками немцев. Но словаки как-то рано начали понимать, или они не так были мотивированы, может быть, да, все-таки у румын идеология пожестче работала и дольше взращивала вот это антисоветские настроения. Словаков немцы убирают с Донбасса, у них там целая дивизия была, и они эту дивизию называют между собой «дивизия скорее домой». И поэтому словаков выводят в Одессу, ну не только в Одессу, там вообще западнее, и они обеспечивают какие-то тыловые функции. Вот у нас целый словацкий отряд, 88 словаков ушли в катакомбы, они создали самостоятельную такую боевую единицу. Среди румын, ну, скорее, единичные, может, какие-то случаи, я, по крайней мере, нигде не читал никаких историй, в плен сдавались, безусловно. И было достаточно много взято в плен румын здесь, а вот так, чтобы они становились... Не исключено, что их просто и не брали в нашей части, тогда позже будут созданы... Там, сегодня взгляд на те события, Одессу в оккупации, меняется кардинально или все-таки нет? Основополагающими остаются принципы, на которых мы с тобой в том числе воспитывались. Ну, давай сразу смотреть. Да, есть достаточно серьезный набор мифов и стереотипов, которые в нас живут последних 70 лет.
и которые активно нам вдалбливались там советской пропагандой. Великая Отечественная война, и весь народ в едином порыве встал против злого. Во главе с партией. Да, во главе с партией встал. Это все работает до сих пор у очень многих людей. И достаточно сложно этих людей убеждать в каких-то новых. Я войной занимаюсь, ну, наверное, лет уже 20-25, да, так серьезно именно военной историей. Соответственно, я для себя, если открываю какой-то новый факт, то он ну, какая-то новая мелочь, которая вот добавляет что-то к одной уже. К общей картине. Да, мне понятно, давным-давно для себя там сформированы, не более того. Поэтому, почему я всегда настаиваю на том, чтобы люди брали на себя право что-то проговаривать, ну, например, политики, да, вот он выходит на трибуну, начинает там громогласно вещать, а учитывая, что у него большая аудитория, его слушают и слышат, но этот человек абсолютно не обладает ни специальными знаниями, ни тем более достаточно комплексным подходом там, к тому или иному вопросу, в данном случае там истории войны. Вот когда-то мы с Антоном Давиченко там в студии одной сошлись, он кричал там «деды воевали, и мы вот должны тоже». Это было еще года два назад. А я его спросил, говорю, какую последнюю книгу о войне вы прочитали? Он так как-то опешил, была большая аудитория, он не ожидал такого вопроса. Я говорю, ну хорошо, сколько всего книг о войне ты прочитал? И какие? И какие? Он там, да, какая разница? Я говорю, давай вот договоримся так, 100 книг о войне ты прочитаешь? Вот это должны быть советские книжки, там, мемуары наших маршалов и солдат, это должны быть книги там, генералов вермахта, это должны там английские, американские быть историки, это должны быть современные, там замечательные есть российские историки, да, и украинские. Вот когда это все будет, тогда я пойму, что да, ты можешь как-то предметно об этом говорить, и сядем поговорим. Саша, вот так, чтобы образовывать население, вот так возьму себе смелость именно таким термином это обозначить, ты проводишь вот эти свои лекции «Одесса в оккупации», «Одесса в войне»? Ну, у нас, мы на экскурсиях очень часто, да, кстати, стали очень много заказывать, вот мы раньше называли просто «Героическая Одесса», теперь мы больше говорим конкретно там об истории войны, и это и для детей одесских школ мы делаем, и взрослые стали, как ни странно, эту экскурсию тоже заказывать в городе. А еще вот мы сейчас сделали серию лекций «Хаб Одесса», да, на греческой «Одина» нам предоставил бесплатно зал. И мы собираем, ну, вот у нас первый цикл прошел на прошлой неделе, и на этой, завтра и послезавтра, будут опять лекции. Я отдельно делаю историю войны, военные действия, скажем так, оборона города и освобождение города. И отдельно лекция о периоде оккупации, о сопротивлении. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Вот вопрос к вашему гостю. Я только включил телевидение, я не знаю, как зовут вас. Александр. Меня интересует такой вопрос. Вы читали книгу Пирмаса и Верховского «Город Антонеску»? Да, конечно же. Да. Вы знаете, я когда ее прочел, у меня глаза открылись немножко еще шире. Потому что моя мать была в Одессе полностью в оккупации, когда пришли немцы, румыны. То, что она рассказывала, так это были, как говорится, цветочки. Когда я прочел эту книгу, ну, румыны преступления, ничего вам уже известно. В открытые дома забрасывали гранаты и все остальное. Так что понятно, почему они не могли быть у нас в партизанских отрядах или там, допустим, сопротивление какое-то. И мне вот просто мать покойница рассказывала, когда они шли по Болгарской, они отступали в ту сторону, лежат мертвые румыны. Самое интересное, мертвый румын лежит, зажата курица в руке, но курица еще живая. Это, говорит, ей больше всего в голову вошло. А то, что они творили, и наши тоже творили, Сталин знает. А так отец тоже пострадал, не дай бог. Спасибо за ваш звоночек и за такую вот короткую историю воспоминаний. Знаешь, мы ж копали много, когда занимались поиском военным, и понятно, ты не всегда, когда начинаешь раскапывать ячейку, ты не уверен, особенно если поле часто переходило из рук в руки несколько раз, это будет наш солдат или румын. Или румынский. Так вот, поразительные были находки, когда у румын в вещмешках мы находили чугунные утюги. То есть, представляешь, солдат, где-то мародёрит чугунный утюг. Ковры в окопах у румын видел, вот. Когда раскопки шли. Тоже могу вариант. Могу подтвердить. Да. Да, не только ковры, там хватало всего. У нас остается минута до окончания эфира. Мы продолжим наши разговоры обязательно, потому что, я думаю, нашим зрителям интересно.
для них стараемся прежде всего. Сегодня символом Великой Победы стал красный мак. Насколько это оправдано? Если можно, очень кратко. 30 секунд. Мне очень приятно и очень важно было, да, что мы начинаем о войне говорить не только с пафосом и вот некие торжественные речи произносить, мы начинаем вспоминать наших погибших. Мои два деда воевали, и я всегда буду, да, 9 мая поднимать тост за них и вспоминать их, и только добрым словом. И хорошо, что теперь мы, как и весь остальной мир, да, можем 8 мая вот просто скорбить. Да, 9-го действительно давайте выезжать на природу. Там, я вот тебе предлагаю, едьте по трассе там, на природу, остановитесь возле памятника какого-нибудь, возле трассы, выйдите, соберите пластиковые бутылки, там, да, постойте возле этого памятника, там, наведя порядок. Вспомните тех, кто защитил нашу Родину. И все будет у нас замечательно. Мы все равно победим. Вот на этой оптимистической ноте мы и закончим. Помним павших и верим в то, что... Вернее, мы знаем, мы обязательно победим. Спасибо, что были с нами. До встречи. Всего доброго.